так красиво, все развешено. Кирюша, здесь все порядочек наводишь, все перевешиваешь. А Лёва джагу-джагу отжигает. Помните, раньше такие в 23 продавались, вот мы Кирюше покупали, у нас там коллекция была таких. Жалко, что сейчас такие не продаются. Лёв, ну вы очень похожи с ним танцуете. Кирюш, ну я просто в восторге. Ой, как красиво, кстати, глобус смотрится подсветкой. Я прелесть, я ангел, меня так и называют. Я прихожу, они говорят, доброе утро, ангел. Я убила 18 человек. Быстро и без сожалений. Я всю подарок. Я вот с вами могу посмотреть подарки, да, это подарок. Юна пришла надувать подушку под ноги. Любите 33 удобства. У нас будет такую подушку, всегда с ней летаем. Он нас очень снял, да, просто приедет. И как я его взял, да, Лёв? Кирюша, что там делает? Готовится снимать взлёт, да? Что? Круто? Да. Будешь машинку, ему можно машинку построить, можно вот такую построить, можно мотоцикл ему построить. Страшно ему построить. А, это к нему так присоединяется. Да. Конструкция можно построить сначала мотоциклом. Похоже очень на дупло, но все-таки не дупло. Мне кажется, что здесь не может. Давай, Лёв, надо строить конструкции. Классный набор. Покажи, как он расцепляет. Вот. Вообще, кстати, очень классный оказался. Мегаблок, конструктор прикольный. Я, конечно, дал жару. И арендовал вот такую на мостовую. Мы просто не одни будем. Вот. Завтра к нам еще кое-кто прилетит. Ну, мне кажется, как это управлять такой штукой огромной. 2022. Встречай нас! Вон они горы. Мы едем в горы. Все. Илья, как ты себя чувствуешь? Да, как всегда. Уверена? У нас, конечно, машина тоже красавица, но поменьше все-таки. Это как маршрутка такая сзади. Нормально. Муж уверен, я вот такой вообще. Вообще, ребята. Ребята, как красиво. Это еще сумерки, прикинь, как сделано. Небольшой рунтурчик, пока мы не разбросали вещи. Так, проходим. Весь шкаф. Балкон, да. Тут у нас получается две кровати, точнее одна кровать и один диван, который раскладывается. Вот. И у нас есть на горы. Тут река. Горы, ничего не видно. Покажу завтра вам вид. Но мне он уже нравится, даже сейчас.
хорошие. Встретились. Какие красивые. Да, да. Думаю, нужно поехать. Правда? Я всю жизнь откладывал все, но потом думаю, что еще все успею. Все открытые двери когда-нибудь захлопнутся. Пожалуйста. Сделай. Крыш! Ну, горы вообще. Говорим, попить бы, там мы говорим, ну, мама поговорила, что нам нужно будет, а там вообще не там. Потом... Обратно никто не едет, даже закрыли. Конечно. Это место просто обожаю. Сидеть с таким видом на море, любоваться природой. Эх, еще и в ноябре. Смотрите, ну, а вот так растет хурма. Прямо на деревьях. Вы еще не разу а домой пройдите в морозилку. А, хорошо, спасибо. Я не могу перестать любоваться. Мне надо только красиво. Я была в дендрарии один раз в октябре. И один раз в феврале. Ну, такой красоты я не помню. Это же невероятно просто. Чтобы вы понимали. Вот такущие кипарисы тут. Я 1.38 м или что? Уже, может, и больше.